бандитки, с вами как всегда Спикер, и продолжаются боевые сражения в игре Tabs. Мы продолжим проходить кампанию и изучать новых ботов и новые карты. У нас третья кампания, все по порядочку. Это где у нас сражение было с Зевсом, довольно веселое сражение было. И у нас ледовое побоище. Погнали, что у нас получится? Ставь подписончик, лайкосик и погнали вперед. Что у нас? 3600 нам дали, летающие животные, викинги и все дела. Я знаю, кого поставить против них. Можно веселого мамонта поставить, но нет. Нам нужна быстрая и уверенная победа. А против уверенной силы у нас попрет Зевс. Да, Зевс сразу раскидает всю эту кучу. Сколько у нас он? 2000 Зевс, а можно сделать еще Минотавра. Хотя, знаешь, летающие этих животных нужны лучники. А хотя нет, черту. Сделаем еще одного Зевса и вперед. Погоди, я буду управлять за Зевса. О, легли. Я за Зевса. Ребята, они серьезно, понимаешь, они с щитом. Мне нужен был медик. Они идут вперед. Ай, больно. Щит, вставай, Зевс. Огонь. Во, нормально летающих животных мы уничтожили. Еще одна осталась. Еще одна летающая. Летел. Добиваем лежачий, крутящийся, чистая, уверенная победа. Ставь лайкосик прямо сейчас. Мы перемещаемся в город и против нас Спарта. Спарта, да? Да, Спарта. Спарта, лучники и все дела. Мы обойдем все это с фланга, с правой стороны. Прям нададим под зад им и будет победа. А кого мы возьмем? А хотя нет, знаешь, давай возьмем мамонта. Вот так, мамонта. Погоди, где мамонт? Мамонт хочу. Не хватает денег. 2200. Понятно. Не дают нам мамонта. Так, 300. Можно взять вот этого мага. Можно спереди взять пехоту. Чтоб, знаешь, она сразу шла в мясо. Много мяса. Много мяса есть. Можно взять, наверное, вот так. И попробовать сражение. Все, вперед. Мы выбираем. Давай за... Там, конечно, будет арбалет стрелять. Воу-воу-воу, спокойно. Мясо уже пошло. Спарта идет. Мы тоже в атаку идем. Давай в атаку. В атаку. Раскидываем Спарту. Налево, направо. Давай. Вперед. Чуть-чуть хп не хватает. Ну, черт. Все понятно. Все понятно по красоте. Это просто реально мясо было. Я согласен. Вперед, один рыцарь. Все, вперед. К черту эту катапульту. Спарта подходит. Что это было? Погоди, это как было? Я только шел. Это просто невезение. Бывает такое, понимаешь? Нужно уйти в сторону вот здесь и ждать Спарту здесь. Спарту ждем, Спарту в атаку. Все, в атаку идем. Раскидываем Спарту. Налево, направо, право, налево. Харю бьем, под задницу. Вставай к черту, куда пошли? Слышь, ну слушай, а почему так все произошло? У нас много медиков было. Хорошо, погоди. Король. А, короля нельзя. Погоди, короля нельзя. Еще не хватает чуть-чуть нам. Точно, нам не хватает музыкантов. Двоих музыкантов для отвлечения всей этой оравы. Так, выбираем. Он опять будет стрелять? Ох! Рецкая сила, смотри! Это победа должна быть! Это, смотри, победа должна! Раскидываем! Налево, направо! Только не умирать! Где? Я в текстуре, что ли? Погоди! Я в текстуре? Черт, застрял! Двое меня держат, слышишь, смотри! Двое меня держат! Да сдох, конечно же, мой! Ну все, как по красоте так прошел! Ты посмотри, какой выстрел был! И Спарта сразу улегла! Хорошо! Так, я готов, давай, сражение. Я готов, мы уходим сразу на левый фланг. Медики за мной, по идее, пойдут. Медики за мной. За мной. Пойдем скорее, медики сюда. Нам нужно, понимаешь, ущелье. Ну, медики, иди сюда. Они пошли за музыкантами. Слушай, тактика работает. Пока музыкант отвлекает, мы идем вперед. Вперед в атаку сюда. И в атаку! Раскидываем одного, минус. Стреляй, нормально. Медики, лечи меня! А то я вас залечу. Раскидываем Спарту. Что они серьезные, ребята? Добивать? Нет, добили. Один застрял сзади еще. Сзади есть еще. Бей точнее! Как тут эти мешают?
Главное, лечи меня, лечи, все убил. А все, идем к катапульте. Только аккуратно у нас, понимаешь, один рыцарь. Нужно будет как в матрице увеливать. Налево-направо. Во-во-во-во, спокойно. Идем по краешку. Черт. Черт. Слушай, ну как же так? Мы в текстуре застряли. Нас просто в текстуру припечатали, проигрыш. Все гениально и просто было в самом деле. Погоди, хорошо, пускай сами. А слушай, реально, пускай сами. Мы идем в атаку. Его нет в атаке. Ты видел, как его сняли? Нет, слышишь. Ну все нормально. Давай, уходим на правый фланг. Музыканты пускай идут вперед. Оп, нет никого. Да, жестко стреляет катапульта, базара нет. Ребята, подходит. Мы в атаку идем, Спарту раскрываем налево, направо. Слушай, они просто жестко бьют. Ну бей сильней. Мы же рыцарь. Во-во-во-во-во, понимаю. Раскидаем снова, обойдем с фланга катапульту. Щитом. А еще жива Спарта. Не трожь медиков. Уходи от выстрела скорее. Кто еще живой? Ты еще живой? Один на один. На тебе в карю. Все, получу в карю. Уходим. Да погоди ты, в карю получим. И черт. Сдохнем. Сдох. А уходим. Катапульта прямо тут находится. Мне кажется, она не развернется, но она сможет стрельнуть прям вплотную. Был выстрел, походу. В атаку, она перезаряжает. В атаку. Ребята, вам страшно, да? Бей его. Он один остался. Бей его. Все, готово. Победа. Жесткая победа, я тебе скажу. Очень жесткая победа. Но это победа. Это главная победа. Мы переносимся на красивое поле. И кто против нас? У нас тут есть рыцари. Много-много рыцарей. Есть лучники. Есть две катапульты. И нам нужен Зевс. Хотя нет, почему? Вот пускай реально. А у нас рыцари. А против мы выступим Мамонт. 3600. Мамонт. Ну, ради прикола можно поставить Мамонта, потому что это будет проигрыш, но это будет веселый проигрыш. Мы выбираем Мамонта. Давай, вперед. Бомб, харю. 50 хп сразу нету. Обалдеть. Давай-ка катапульт ему уничтожим. Нифига, он ее разнес. Ты смотри, как бум. По черепушке. Я представляю, что у него там с шарами происходит. Так, мы пока бодаемся. Понятно, был проигрыш, но веселый проигрыш, мне кажется. Мне не хватило буквально, знаешь, медиков. Много. Сразу сторону медиков, все, выбираем. Давай, мы защищаем. Бей, катапульт. Одна, вторая, бум-бум. Сразу хэдфрейм, посмотри. Мы раскидываем. О, полетел куда. Давай, катапульту. Она зарядилась уже почти. Огонь, мамонт! Бам, по репе. Медики лечат нормально. Мы раскидываем налево-направо. Бочком ляжем. Главное, медиков не трожь. Медики, долечи меня до конца, и я уже раскидаю всех до конца. Так, кто? Лучники остались? Ребята, которых я сейчас просто растопчу. Ой, погоди. О, ты еще остался. Давай-ка, нарок его. Как он прыгает? Давай выкинем его. О, туда его. Живой еще нет? Он живой? Кто живой? Главное не пойти. А, вон ты где. Эх ты мой хороший, иди ко мне вперед. Ну как-то он медленно идет-то. Оп, харю все ему. Слушай, нормально. Мамонт и медики такого еще не было. Прикольно получилось. Раскидали мы довольно неплохо. А тут у нас новая. Новая партия. Спарты. Копейщики. Копейщики. Слушай, много дичи, змеи. Змеи-луки, понятно все. Спарта впереди, мне нужен Зевс. Без Зевса тут никак. А можно выбрать еще Минотавр. Можно всяких выбрать. Мы у таких двух ребятишек нам дали сколько, кстати? 4000. Нормально дали. Мы берем Мамонта. Он, конечно, помрет. Но на... О, пушка! Мне нужна пушка. Точно, пушка. Нет, это катапульта. А пушка у нас находится вот тут. Я буду стрелять за пушку. Очень издалека. Мне нужно много пехоты. Очень много пехоты. Обычная пехота. Ай, пойдет, в принципе, все. Погоди, пушка, куда поехала? Огонь! Опс.
что-то произошло. Змей, змей. Ой, змей же! Пруш, только так уничтожат. Огонь! Это тебе не папка. Ты помнишь, да? Огонь! Змеи! Змеи меня убьют! Мама, ты что? Он сдох, походу, уже. Знаешь, он уже сдох. Ой, что произошло? Что произошло? Я уже на обрыве. Или змеи меня жрут. Там змей, а змеюка прям в харю. Ты смотри, как прилетело-то. Змеи, проблема со змеями. Да, проблема со змеями. Серьезная проблема со змеями. Они еще в конце стоят. Они очень мешаются. Давай-ка выберем Зевса все-таки. 2000. Я надеюсь, он сразу же так раскидает этих змеи-луков, сразу же убьет. А, пошла, пошла пехота у нас. Пехота пошла. Огонь сразу же. Помощь Зевсу. Так, боком мы не можем идти, да, как в папке. Так, огонь по пехоте. Во-во-во, вот это раскину. Помогаем Зевсу. Помогаем активно Зевсу. Да он сам справится. Что ему помогать? Я бы еще раз сыграл в эту карту сейчас и управлял бы за Зевсом. Он там встал просто и всех раскидал налево и направо. Нормально. Викинги у нас. Девчата. Пару клев с мечами. Окей. Мне нужен снова Зевс. Он прикольный, конечно. Он на летающих раскидает. Нам дали 2500. Ну, в принципе, это можно. Две. Давай-ка сзади встанем, позади. А, и, конечно же, медики. Медиков много. Нет, много не получается. Ну, и так сойдет. А, выбираем сразу Зевс и сразу огонь. Огонь. О, ну а почему так мало? Кучней, кучней, ребят. Вот это налет, я понимаю. Слышь, веселый налет получился. Они сразу налетели и сожрали Зевса вместе с пехотой. Слышь, а кого выбрать-то? Кого выбрать? Музыкантов, точно. Мне нужны музыканты. Парочку музыкантов. Потом мы выбираем. Кого же выбрать? Против летающих этих животных мне нужны лучники. Вот так раскидаем парочку лучников. Возьмем парочку пехоты. Вот так, пехоты. И на остальное снова лучников. Все, готов, все, пошла заварушка. Сразу на музыкантов налетаются два стрижа. Третий подлетает чуть позже. Уже нечего глотать там. И там тоже музыканты, пехота идет. Женщины идут. Во-во-во-во, жестко, жестко, жестко. Лучники, огонь. Огонь, ребята. Вас раскидывает. Вас раскидали, ребята. Вас сильно раскидали. Слушай, буквально каких-то парочку летающих животных. Девчата-викинги и все. А мы не можем дать отбой. Так, медики. Нам нужен король. Нам короля. Короля подавай. Нам подавай много медиков. Побольше медиков. Все, вперед, давай-ка, король. Король, подходи по одному. Подходи по одному. Ой, я ничего не вижу. Раскидывается наших медиков. Я летающих животных не вижу ни черта. Слушай, раскидали опять. Налево-направо. А посмотреть можно? Нет, нельзя посмотреть. В чем проблема? Слушай, в чем проблема? Я знаю, в чем проблема. У нас есть ковбой. У нас есть офигенный ковбой. Я помню, как им... Нет, не ты. Не ты ковбой. Вот он. Ты ковбой? Нет, это пират, мне нужен ковбой. Так, не ты. Вот ты, 1200. Ты же офигенно стоит. А нет, вот 600. Вот так. Ну-ка, давай-ка посмотрим, как получится. Мы сразу же, стреляй, огонь. Во-во-во-во-во. Не-не-не-не-не, давай еще разок. Еще разок, не то получилось. О-о-о. Погоди, погоди, летающих животных сейчас мы подстрелим. А как же будем подстрелить? Нам надавали по голове и все. Хорошо. Клин клином вышибает. О, точно, слушай, слушай. Где наши летающие животные? Мне нужны такие же летающие. А хотя нет, слушай, 1000. Нет, дорого, дорого, дорого. Вот наши летающие. Ну, у меня получается их меньше гораздо. А вот ковбои вышли неплохие, кстати. Вот реально вышли неплохие. Мы сразу же... Одну убери. Одну убери.
ковбои вышли реально неплохие. И мне нужны медики для подмоги. Всего лишь одного медика. Окей, пойдет. А, давай-ка, ребята, вы полетели. Мы огонь сразу же. Во-во-во-во-во. Долго! Долго перезарядка! Очень долго перезарядка. Мне хана. Слушай, слушай, погоди. Стой, стой, стой. Что нам нужно для победы? Нам нужна удача для победы. Рыцарь. Да к черту этого рыцаря. Хотя, сколько можно рыцарь? Троих рыцарей. Трое рыцаря. Да мне нужны медики. О-о-о-о. То, что надо, наверное. Наверное. Можно еще лучников. Одного вот так на стороне пускай отстреливать так. Мы идем вперед. Давай, рыцарь. Давай. Мы верим в тебя. Сейчас ребята сразу налетают. Но медиков много, гораздо больше. Он, конечно, не в радости, что ему столько перьев в рот. Накидали. Смотри, какой брейкданс танцует. А тут ребята прыгают, он сразу снизу кидает свой меч, шары у него. Ты смотри, какие у него шары. Крестики, он сдох уже. Все понятно. Налетели сразу. Слушай, а кого он убил? Да никого почти, все встали и пошли дальше. Слушай, что за дичь происходит, а? Я понял, я все понял. Мне нужна пушка. Мне нужна пушка, я буду сам отстреливать. Мне нужна пехота. Какая пехота? Я даже не знаю, кого и взять. Мне нужна... Зевс! 2000 не хватает. Пушка, Зевс и все. Я раскидаю всех и... 1600, Минотавр тоже не хватает. Чуть-чуть буквально не хватает. Ну, давай так. Погоди, нужно центр убрать, чтобы пушка отстреливала, понимаешь? Вот так, центр мы уберем, пушка отстреливает. А мы возьмем еще музыкантов. А слушай, самый дешевый, 50. Школьники, да? Школьники, да, 50. А окей, мы возьмем так, 50, 50, вот так, раскидаем. Пушка будет все это дело отстреливать. А летающие твари налетают, а я пушкой буду отстреливать. Тут у нас еще прикрытие, то есть, понимаешь, все по тактике, все по красоте. И, конечно же, под музычку, вот так. Ну, вперед, и с богом. Давай-ка, пушка, огонь сразу же, пушка, огонь, летающие, я не вижу. Огонь в кучу. Оп. Погоди, почему мой первый ряд сразу лег? Мои пушки нет, к чертям. Слушай, в чем проблема? Я не понимаю. У меня есть идея. А где смерть? Смерть должна быть. О, 2500. А вы нам сколько дали? 2500. Смерть, вперед. Вперед, смерть. Забыл про смерть. Она же смерть, она всех убьет. Ну, одна смерть против всех их, я думаю, это будет чистая победа. Так, налетает сразу много перьев смерти. Во все щели засунули перья. Сразу раскидывает. Вот это да. Вот это смерть, так смерть. Слушай, она реально топ. Ты смотри, как хватанул. Ты посмотри, Койдаль, как он хватанул всех. Понеслась. Теперь, ребята, слушай, вот это закрутилось. Вот это да. Слушай, победа что ли? Нет? Нет, что ли? Как? Как? Погоди, погоди. Это просто неудача. Мы сейчас будем играть за смерть первый раз. Так, ну что, вперед. Оп. И что? А, нет, нет, нет. Огонь, огонь, огонь. Давай, раскидывай. Ух. Победа. Вот так нужно. Парочку кликов нажать, и победа за нами, дорогие друзья. И на этой ноте мы закончим и продолжим в новых роликах в игре Tabs. А себе подписончик, лайкосик, и увидимся. Всем спасибо, кто смотрел, и всем пока.